январским днем 2024-го в один момент сотрудники КГБ задерживают сразу 12 местных жителей приграничного района. Где лежит? Где в лесу лежит? Что с Украины толкал? Вот так жестко, не церемонясь. В таких условиях наши спецслужбы, опираясь на закон, руководствуются текущей боевой обстановкой. Никакой жалости, потому что задержанные нелегально через границу забирали взрывчатку, на территории Беларуси делали тайники и были агентами украинских спецслужб. При задержании бойцам группы А пришлось стрелять.